Я с детства, на самом деле, хотела очень танцевать, но у меня мама тренер, поэтому не разрешала она мне. Я после гимнастики просто пришла и сказала, я хочу танцевать. Ну, и благодаря Тане Денисовой я на сегодняшний момент танцую, потому что она первая, которая сказала, что да, ты будешь танцовщицей. Я поняла, что это мое. Для меня сцена – это такой наркотик, от которого я реально живу. Ну, я выхожу, и я там сопереживаю. То, как я переживаю перед каждым выходом, ну, я нигде не ловлю таких эмоций. Верьте в себя, мечтайте. Это самое важное. И никогда не опускайте руки, и никогда не слушайте никого вокруг. Вот представьте, что вы щит, и то, что к вам летит, обязательно отбивайте. И тогда вы будете чемпионами. И ставьте всегда себе цель, куда вы идете. Обязательно. Никогда не останавливайтесь. Yeah. Давай без сліз завершимо любов, без зайвих слів, образ і звинувачень. І в той момент, коли пульсує ненависть і кров, протягнемо назустріч руки. Не дощ і не дощ.